Я, блин, в этих аддонах. В аддонах, блядь. Details легкие, как показала практика. Его даже настраивать не обязательно. Блять, я не на кого зашел. Стоковый нормально. Но все равно я тоскую по скайде. Слушай, а что тебе вообще Редар дает, ебать, такого прикольного? Телепорт. И все. 5% урона, ну уже 4. Еще пока нет. Берешь себе витку, ебать, он. И 5% тебе есть урона, который нихуя не работает. Блять, по-моему... А подождите, падал же, по-моему, пояс с этого кольчужный, с Саурфанга. Ну да. Да, а где падает. Он? У меня его нет. Упали. Боишь, что пояс? Боишь, что пояс падал? Саурфанга не нет. Там пояс был, да. Кому ты пояс этот скинул с Саурфанга? Или вообще скинул ты его? У меня его нет. Тебе. У меня нету. Ну что там завтра? Я сейчас смотрю. А, и вообще, Саня, я на этом ничего не скидывал. Ты сам скидывал на урке. Там блять, я лут с орка проебал, пизда. Да, он не проебался, он полчаса лежит, Саня, если ребута нету. Иду. Беги. Как подъем? Тогда ждите Саню на квест. Блять, хорош, что я заметил. Чуть вот не проебал. Все равно ничего интересного нет, ебать. Похуй. Боешка. Чему неинтересно? Ну, так она токены. Нету, и все пошли вон. А ты 10 по токену, короче, соки теряются, правильно? Да, все теряется. Да. Соки ты и чарки все теряются. Ну что, есть вот? Да, блять, хорошо, что я заметил. Все, я тут, если что, парни. Сдавайте. Все тут. Давайте я сдам. Упадет багруха, смотрите, упадет багруха, а с багрухи мне 20%. Ну, у меня всегда просто. Давайте багруха упадет мне, хоп. Купизачек вот, да. Винтовка каравена кому-то выпала, багровый рубин. А я с ракетами буду бегать, а? Камешек, хуяк. Ну, кому-то плечи упали воешные, бесплатные. Жезл кому-то упал. Он жезл, кстати, цена хорошего. Жезл вкусный, да. Да, мне стандарт на ОД, пошли дальше. Я даже не буду смотреть, что там упало, но... Ой, ему бой. Бою дамские, что ли, упали? Нихера себе. ММБой поменяешь? ММБой поменяешь наручи на кольцо и... Хотя, нет. Пусть сами покупают. Передумал. За свои бабки пусть покупают, а не за гильдейские. Да, куда ты со... А, Макс, это ты, красавчик. И 25-30, я думаю. 38 косарей на ауди висят дамские. 38? Ну, да. Вот эти наручи 38 тысяч? Угу. Нахуй, я их даже плохо сказал бы, блядь. Но они вкусные, хорошие. Тема не вкусные, блядь. Ну, на некоторые классы они охуенные. Да ну, нахуй, на как ты? На фаера, на лоха, да. на сову. СРС-ки впадают 64-й, 25-й. Ну, это уже другой вопрос. СРС-ки я уже расчехляю ЕП, если что. Сказал ты, короче, Ваня прорубь, который, блядь, ебашил больше всех. 245-й с хостой, имба, нахуй, всё. Понятно. Было бы тебе что там расчехлять, да. Так. Смотри, не надо, 11 тысяч. Я сейчас чешку буду забирать, ты ж не знаешь за сколько. 3. А, ты... Женька ж нету, ебать. Это максимум сколько-то, 12 тысяч. Блять, сидит, сука, 22 МК. А это, а чё, комнаты уже нет? Заходи. Паш, ты на босне. Так, лучше плюсаните, кто здесь не знает, что делать. Я не помню. Как двигаться? Десятки же. Двигайся почти всегда за мной, когда я сказал разбежались, просто стой в другой части комнаты, ну, когда сказал разбежались, стой в другом месте.
когда скажу, когда выберется череп, тогда если скажу, сбежишься к тому человеку. Mm-hmm. Милики mm-hmm. всегда бьют зеленого. Ну тут все милики были, знают, что делать. Вроде как. Милики mm-hmm. всегда бьют зеленого, так, чтобы отлетать в ордозону. Что? Можешь мне поменять, я вот мне надо отойти минут на 10 сейчас. Блять. Очень срочно. Кого уже не меняем? Давай. 24, в 24 убьем. Ну, так и пойдем. Не, мы не будем когда тебя принимать. Лера, завтра пойдешь. Да я могу. Не, без разницы на КД. О, давай, Малухич, давай, 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 точно пишешь этот. Иди, оф, не персонажа, Юра. Я могу, в принципе, за ДЦ, а вольт за ШП сядет. Давай, забей, заходи и на ком зайдешь. Тебе дадут фул унипа за то, что ты КД принял. Ну, или 50%. Смотря как досидит. Кусь, Юра. Все. Ну, я ж тебе говорю, там максимум 12 тысяч, бать. Сегодня будет больше. 15, ребят. Мне кем идти? Поверь, Давай. Да подожди я пока, блин. Дай выходи ДЦшником, войд прыгай в этого. Хорошо. Или тебе надо что-то на шамана? Нет, уже нет. Кольцо осталось с кораблей для моего кайфа и все. Окей, заходи, Вадим, тогда. Вот, поставлю метки, мы в основном будем бегать квадрат. Луна. Ну да, ролик. Засмоньте шаку. Ой, да. Сейчас перекину. Так, сейчас еще одну рыбку туда поставлю, Вадим. А, стоит. Сейчас. Паша mm-hmm. мейнит, да. Да, тут? Да, да, да. Андрюха, не плюнь в этого только, в профа. Да. Ну, Вадим, что ты там? Да, я пропадет. Бегу. Пропало. Это масло ЛБ есть, да. Я тебя, Саш, подъебал, но не будут потом подъебал. Можешь сейчас подъебать? Пока не бьем. Не хочу сейчас дезморалить. Да, не буду дезморалить. В банк есть. Ну, туда не пойду. А, это, бля, это да, это дезмор. Все, готовность, ладно. Лапку бав, пожалуйста. А я первый нажму, не пуляй, типа. Да-да-да-да-да-да, я нажму после тебя, этот, все в квадратик встаньте пока, РДДшники, потом перебежим ближе к ромбику. А все, жму? Да, жми, все готовы. Все, сейчас на первой секунде припоты нажимайте. Блять, красава, забирай, Паша. Скоро будет колба лететь, РДДшники, готовьтесь. Перебежали. Потом обратно в квадратик вернемся. Паш, вези к зеленым. Подошли ближе к квадратику, милики сразу в зеленого свечусь, РДДшники. Сбежались к черепу немножко левее. Сейчас держите рейндж, не сбегайтесь. Подсбежали к черепу. Паша, нажми массейв, если есть. Саня тоже сосуны. Хорошо. Переводим босса. Да, и можете в квадратике стоять.
РТшники сразу по красному. Милики, как только выберется цель, тоже побежали сразу в красного. Человек, который выберет, ближе к профу, бегите туда, к трусам. Крутитесь возле трусов. Мистер Бонд. Перебежали все с квадрата. Летит, 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 пельмень, пельмень. Блять. Этот Кусяо по тщеславности, тщеславность по топ-хайпу, не лет по капанилу. Эмобой СС закастуешь потом по Барменталю, Будреван по этому, по Сацуне. Тебе поиску дать? Отбежали, летит Коба. Ну, а, Кусяо нет, бля, Маша, пельмени летят в квадрат. И один в ромбик, отбегите с ромбика тоже. Маша, дай по тщеславности, тщеславность по топхайпу, не лет по капанилу отдай. Маша, Инр по себе. Тщеславность по Сацуне. Скоро будет пельмень, приготовьтесь сразу убегать. Нормально. Сейчас можете сразу сбегаться, сразу можете сбегаться, были. Квадратик все вернулись. Если дай поездку, если я ничего не давал. Сураги можешь пнуть в профа один раз. Скоро будет пельмень, приготовьтесь. Перебежим в ром, в трусы. Не в трусы, а в Уну. Перебежали в Уну. А там, смотрите, летит. А, все нормально. По красному сыграли. Мы скибиди Зеня, Зеня. И летит Колба в Уну. Отбежали с Уны. Квадрат. Прикиньте скибиди. Скоро будет лужа. Приготовьтесь. Перебежали в ромбик. Послакал немного бомбы. Отойдите. Так. Играем по зеленому. Разбежались, разбежались. Разбежались в квадратик. Угу. Отлично. Дальше можете тоже сразу сбегаться. К квадратику бегите. Вернулись РДДшники в квадратик. Поиска есть. Так, Иннер, свободный Иннер, по стреле залейте. Закидывай, закинь кому другому. Перебегите в любую метку, в другую. Туда и лужи, и пельмени летят. Цель выбирает заново. Мы в Барменталь побежал. Барменталь, не останавливайся. Молодец, молодец, крути возле профа. Только смотри, чтобы не слови его. Тут вайп сразу. Квадратики, стойте. Летит в квадратик два пельменя, в ромб вы можете перебежать. Обратно вернитесь в квадратик. Так, летят лужи, два в мили. Аккуратно, милики, отбегите в РДД лучше. Быстрее, быстрее, милики. По зеленому сыграли все. Так, сразу не сбегайте, сейчас будут лужи и колбы, не сбегайте, ждите, пока выберется цель. Скибиди, перебежали. Быстрее, быстрее. Переводите. Все, переводим профана. 2%, да. Непредсказуемые 3 секунды, блядь. Успеет, наверное. Бля, будем через Геру по красному сразу играть. Паша, забирай босса. Андрей, Берни и эту. Ну сразу. Да, Андрей, Берни, Мейсона сразу. Все играют по красному после. После выбора цели. На себя поставил квадратик. Готовьтесь очень быстро убегать. И массы, и вы все отжимаете. Сань, через ромб вести? Да веди хоть как-нибудь. Маша, прыгай в кота, ускорение жми. Геру, дайте Геру, хорошо, припоты. Крути, крути, лужа вылетела. Бегите, дэшники. Потом кота спринту Воргена. Все, молодцы. РДшники, квадратик, смотрите, пельмени летят, убегите. Ой, калечи.
Не, не каличи. Скажешь, Паша, когда дать тебе СС и закастуйте. Барменталь первая даже диван. А на скольких стаках? На 4 стака, 4 стака, 4 стака. Ну, 4 стака. Отдай, барменталь отдай. Вставай сразу. Выбежали РДшники назад немножко. Дайте еще одну геру по барменталю. Хорошо, хорошо, потом. Я дайте еще одну геру. Достал. Ничего страшного. Все, давай. Сань, Сосуна, ты следующий отдаешь. Иванчик. РДшники что-то чуть-чуть правее, но не на пути миликов. Отодвигать будем. Отбегаем правее. По Сацуны два инера закиньте. Андрей уфолог по скибиди. Я по Сацуны. Убежи, служи. Ну, пофиг. Так, что там? Не лезь есть. Не лезь, отдай ты по скибиди. Паш, ты зачем на дров заберу, чтоб меня уехало. Смотрите, РДДшники, на пути миликов не идете. Идете, если что, назад. Возле, впритык возле лужи. Назад отходим. Назад. Летят пельмени в нас. На пути миликов не становитесь, ребят. Ну, хотя ладно, похер, 3%. Лужа летит, лужа. Хорошо. Упала сколок? Да. Что, колба упала? Нет. А чё сюда ты сказал? Бля, что за хуйня? Колба. Просто отцы. Колбы взорвали. АПК у нас забирает сколок. Побежали сразу на Синдру. На Синдре такая же тактика, как десятки же, да? Ну, похоже. Чисто расскажут. Главное, не свак. Ну, слушай, и всё. Да, на Синдру пойдем. У нас с Ланой, блядь, больше всего времени уходит. Пойдем уже Синдру убьем, пока нормально идем. Я могу, все, она дал знак освещенного. Нам обойдем с Ланой. Я за тобой зацеплюсь, пожалуйста. Что ты говоришь? Я мобою отдал все на токен один. Не скликнул. Хорошо, Жень, иди бабушку потом. А может, убьем ее, чтобы не мешало? Ладно. Ольку, давай убьем, чтобы не мешало. Юра, тебе что-то надо? Синдра и этот. Синдра плюс этот, как его. И мне вообще уже ничего не надо, ссылка. Ну, чтобы сапоги не выпали и все. Тогда сиди пока. Пусть вот идет Марухи, чему там, ему там шмотки вроде какие-то нужны. Хорошо. Притворись мертвым, Хантер. Уже убиваем, нет? Давай, Паша, забираем. Мы убиваем. Вальку убивайся. Шаг я не попадаю. Да, конечно. И по охотницам играйте сразу, по правой. Включите, кто там хантит. Да, аспект выключите, ребят. По правой играйте. Пашка, нажмешь, как только начнут стрелять, нажмешь массейв. Нажимай. Санька, продлишь ты следующим. Потом по второй такой же бобёне играете. Можете мастера урна защиту еще включить у кого из паладина. Давай по правой стороне. И тоже по черепу сразу, Паш. Смотри, всех не загри.
Все по черепу собираем. Блядь, две охотницы опять. Играйте по черепу. Да, у нас. Смотрите, милики, если начнет кастовать... АОЕшка идет, милики, убегайте. В РДД. По второй такой играете. Там АОЕшка, милики, не подходите, хилов напрягаете. Плюс один хилэк. Только под прожимками своими можете. Ее уже почти добили. Окей, сейчас добьете, может. Чмых, и потом сразу же, как добежим, вызовем своего питомца, которого годами приручал. По левой играйте по звездочке. Она уешит. Милики, смотрите аккуратно, не сдохните. Паш, то же самое по правой стороне. По охотнице сразу. Барменталь тоже в хила прыгнешь. Войт можешь второго ДЦшника прыгнуть, чтобы две поиски было. Хорошо, Паш, на Лича зайдёшь. Ой, Юра, на Лича зайдёшь. Можете, кстати, если есть желание у кого-то, следующего покупателя на брендроле искать, 10% отдам, если найдете. Слушай, а то вот того же ДК, который сегодня забрал, у него был один тоже на брендроле вроде как. Ну, он получил одну брендроль, не знаю, вторая ему нужна, если нужна. На владение, он вроде говорил мне тогда, что... Найди мне пациент. Сейчас КД искать. Да, обмен. Дам тебе 5000. Да. Не давай ему, он все равно на ролле проебет. Тихо, давай на ролл. Пулдаман, блядь. На ролл 5к. На завтра, блядь, херу. Да, наверное, на завтра. Надо еще у Дексиона спросить. Будет Дексиона и рейд. Удушение, дайте, как она только спускаться будет. А, я сам могу еще. Я даже не буду. Блядь, не. Чмага вызываешь Петта. Войт ДЦшника второго. Чтобы быстрее было. Вадим, не закидывай просто так мне эту хуйню. Если хочешь кого-то закинуть, закидывай еще в любого другого. Потому что у меня аналогичный баф вообще бесполезный. Просто теряешь тогда билку. Хорошо. Не работают вместе. Гибель наших товарищей была неизбежна. Они жили и умерли. За нее ОД дают уже. Да.
Да? Прикольно. Всегда думали, что вроде нет. Нет, раньше не было такого. Я, насколько помню, здесь играл, по-моему, всегда давали. Ну, могу ошибаться, но, по-моему, давали. Всегда-всегда. Я еще на X2 или X3, или X1 удивился, что за него тогда давали. Все, так, ставлю рыбу на всякий случай, какую-нибудь ману восстановить. FDK, ой, Паша, ты слева танчишь, Андрюха справа. Сосуне будет говорить, когда тебе ПС-ки закинуть две штуки, если что, поэтому не жалей, можешь первую сразу пощупать, когда выходишь. Типашка нужна? А? Типашка нужна? Какая? Что ЕП-шка? Черепашка. А, черепашка. Уже медведя вызвали. Черепаху или что? Да. Там же таланты. Все, готовность на пол. Ну, черепаха прикольная, там щит какой-нибудь. Блять, запулили, побежали. Я похилил, потому что через медведя. Сейчас тогда закинул. Подавление вышло. Играть в подавление. Рипа второго. Надо, чтобы кольцо упало и палка отличила. Поезд. Поезд вчера падал. Сегодня кольцо танковское и палка отличила. Андрюха, делай гадость. Свечка вышла. Справа. Свечка вышла справа. Сыграйте, пойдите. Валдырного заберите с хил. Да, соберите мобов. Ива, вы чё? Вот. FDK, прохильте, FDK. Короче, стреля справа хилишь. С махой. Хака, скибединец. Хака, барменталь слева. FDK, делай гадость. Ставь какую гадость? Вот такую. Блядь, буду серьезно. Короче. Тщеславность, Иннер по барменталю. Нелеш тоже по барменталю, Иннер. По подавлению сыграли. Саня, как выйдешь, сразу проездку почти два у нас ДЦшника. Давайте. Ой, закинь давай, шака на него. Шах. А че Нико с удаем не полетел? А? Ну, главное, сказал, что ему одному удобнее летать. Вот он летает один. А. Не, ну одному летать намного удобнее. Быстрее собираешь эти точки. Если кто-то не шарит, как летать. Не понял. Блять, я в портал зашел. Ну летай за засуну, отнесу его. Это получается, Санька не может, порталы помогут, блядь, да? Угу. Я на земле стою, чтоб не забирать. Там радиус запора огромный. Просто по цинкам летаешь и все. Санек по цинкам и все. Да, я лучше говорю. Я там, кстати, ни разу не был, поэтому сам не шарю как. Зато я понаблюдаю за Сосуном, буду знать, что там происходит. Ну, я уже посмотрел. Тут свечка слева вышла. Сколько там боссов процентов? 57. Мало. Валдырь слева. А частица только одна, да? Не две, еще барменталь. Свободные иннеры по барменталю залейте. Четвертая пара. Но ГДК либо на меня, я кровь прожму вампира и хилит. Говно твою идея. Я помню, когда-то в Пугрэдди пошли на X2, на Вальку, на Сентру. Там Вальку 3, сразу 3 закинули с пула. Вальки? Ну, да, 33. Свечка справа. Свечку добейте только. Разгром пошел, алло. Мальчики. Не дошел. С
Санечка, ну что, Гера? Или не Гера? Да. Дайте Геру. А ты в дикей стерию. Их только попал выиграть. Так давай его. Даст ты в дикей стерию, дам всем ДКшкам минус. О, ебать, капакал. Мне нечего терять, не хотя играл, там мне 12к. А сколько минус будет? А я вам двоим обнулю, ЕП, и все на. Блять. О, выпал осколок. Осколок выпал? А я забрал его. Ноги, ботинки, и все нахэпало. Пиздец, ебать. А вот плащ хороший, кстати, да. Аж нахэпало, кстати. Все нахэпало. Да, сразу мне скидай. Давайте, чтоб я с лутом не проебался, тут троху разролим. То не хочется что-то потерять. Встанем там перед трэшком. За непэшком немного. Блин, мне на час где-то отойти надо. Заменить есть кем? Да. Идти. Кусяво, заходи. Как раз подойду к тому. Корецкий, да? Да нет, наверное, кричу успею. Юра, тут? Да, 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 сейчас захожу, стрим смотрел. Так, все, не уходите пока, сейчас немножко шмоток разъебашу. Антон, подожди и плачь, пока этот выпал. Если что. Антон, тут еще? Мистер Бонд. Давай, если ему надо, то вместо него, блядь, поэтажи будет. Ну, он час, через час уже не смогу отдать. Не пешься. Не лежь 10 раз, 10, 2, 10, 3, кидай в мент, кинешь. Я сейчас ему напишу, чтобы он... Андрюх, хоть не поднимай, пожалуйста. Санька, нельзя так, чтобы ты епешил, а мы, блядь, били. Нельзя, потому что кто хочет что-то полутать, он отвлекается. Ну, диз для этого есть. Ладно, пошли, реально, чтобы время не терять. Поставьте шкафку сяло с ним. Я сам поотнимаю, Андрей, пусть танчит. Только кусяло засмоньте. Принимай, Юр. Не пришло. Сейчас. Все, в дикей половину той голды уже раз проебал. Все, пошли, да пошли. Нет, я сейчас отбегу в сторону и сам поотнимаю. И за кого, за какой АФК? Саня, уйди оттуда. Как закрутятся там нобы? Ну кто АФК? Этот, никого нет, это все тихо. Это... Я не тебя спрашиваю, как бампит. Грудь выпал. Надо кому? На мейнов. Поднимите сразу. Раз, два, никому не надо. Ботиночки. Ватные. Блять. А пока... Ну, короче, стол уже поставил этот. Барменталь 200. Сейчас же ретрику РПБ надо, да, Петя? Ну, поможет, я бы собирал РПБ. 3000 детей, да. Раз, два, три, кинешь обмен. Я говорил с этим РПБшным парнем, он 15, типа, максимум бьет. Типа, РПБ пал. Имеется в виду, шмот РПБшный, а камни все в силу, типа, еще. Нет, я понял, о чем ты говоришь. Я просто это к слову. Что, типа, есть парень, который фул РПБ. Я сам. У него прям кап? Да, 100%. Ну, это видишь, он очень сильно просрал аппа. Мне, короче, на Норигорну предлагаю, типа, за карты. Как понимаю, нет времени, да? Ну, типа, придется одному человеку еще когда принимать Чендра, это не такой уж и простой босс. Этот, миленький, смотрите аккуратно. Уже тысячу раз здесь были, отбегите лучше. Вы можете одного на себя вытанчить моба. Вы убиваете потихоньку. Череп поставил РДДшники, убьете.
череп и еще одного соседнего справа убьете. Милики, пойдете бить правых мобов, РДшники свичнутся на левых. Все, РДшники свичитесь сильно в левых. Милики, идите правого добейте. Поставил череп. Паша, забери одного на себя. Какого-нибудь целого. Пока там ты это. Ты в СБ скажи четко, что тебе надо, кто АФК, какие правила, ну типа. Уфолог, смотри, в правилах четко написано, АФК без предупреждения, минус 250 ЕП. А ну, люди перед валькой, люди предупредили, что отойдут, люди сняли ЕП. Этого в правилах не прописано. Об этом нигде не сказано. Так ЕП только снимали за то, что умерли на просеве, что больше ничего не было. А, все понял. Тогда понял. Я вот тоже вот. У меня собака в текстурах застряла, я не знаю, как ее достать. Прогони. Не прогоняй. А он не прогонит ее, он не достает просто. Ну и телепорт не прогонит. Не прогонит свою псинку? Так, ладно. Когда выйдем... К Синдре просто сядешь на маунта и слезешь, она рядом должна появиться. Наплечники надо кому? Смотрите, проверяйте. Раз, два, три. Никому не надо. Запы кольчужные хантишки. Не пашите. Чмыга 10 раз. Да, чмыга заслужила. 10, 2, 10, 3. Финиш у меня. Мне не надо, у меня есть такие же. Я во вторых хотел бы еще, но у него вообще нету. Там потом. Мне еще рано такие. Да ничего не рано просто. Ну, чмыга все равно забрал бы их. Ну, я дал бы два, а он бы дал 2500. Зачем? Кто забрал? Я бы уже пошел в упан. Так, ладно. Сейчас потом дальше по ЕПшим. Вроде мод, который близко до ЕПшим. Остался чисто плащик, но я плащик подержу. Пока дракончиков собирают, может, еще одну ЕПшим. Так я уже все поразъепешил, кто этот. У кого только распыл есть, у Андрея. Иди собирай, Паша. Хантишки поставите трапы. И шака зубы по Андрею закинь. А ты травму сами разъепешил, чтоб легче было. Бля, ребята, это. А я еще. Я уже ботинки одел. Я вспомнил про плащ, бля. Кому надо тебе он? Ну, я бы пробовал. Ну, сейчас. Сейчас поепешим тогда. Добьем трэш, поепешим. Кто тебе разрешил бот лететь чарить, скотина? FDK, тебе все равно не поможет это в ДПСе. Конечно, все равно. Все. А что-то я пока не хотел забирать. Блядь, убегите. Или у тебя меткость перекап. Отдай зубы. Антон, ты можешь пока не включать комп. Мало ли ты их не заебашишь. Просто посиди в дисе. Ты мне сейчас говорил вопрос? Да. Все, 5 секунд побудьте здесь, пока не пуляйте сейчас. Разъепашим плащ, человек. Я тебе скажу, сколько у тебя ИП. Плащик кому-то надо? По мейну. Это не мейн тебе стреля. Мистер Бонд 100. Ну, давай 10. 10. 10 раз. 10, 2. 10, 3. Сейчас выбегу с ЦЛКшки, чтобы тебя не сумонить. Блин, а я тут. Заходи. А, ты здесь? Поставьте давай шкаф тогда, мистер Бондус. Давай, кожаный, давай. Кожаный пояс кому-то нужен с профа вообще? Двух мобов можем убивать. Ну, не знаю, чем мы стоим. Сейчас отдам этот. Андрюха, отними минус 10 ТП плащ, отдам человеку, потому что пропадет. Пока он уйдет. Да, сейчас. Я мол, победу кто-то. Как ты отдал, а чем мы трэш-то не бьем? Иди тебе, извиняюсь.
Ну все. Я просто подумал, может. Че, извиняюсь. А. А кто, кого не хватает? А, чему глохнулся? Что я не понял, как он зашел в инст. А, это эта скотина улетела боты чарить. Вот он и зашел. Я вообще... Какой-то... Дурачок взял боты какие-то за 3000. Что их еще чарить? Блять, охуенные боты. Ну, не знаю. Я за эти боты 9к отдал. Так это мой драка будет. За сумони. Я готов, да, я готов. Чмыга, заходи, если тут. Геру сразу с пула на этого дадите дракончика. Только камень вставил, как бы. Он бы много не давал бы за них. Пошли бить, все, пошли. А, за 7500 убрал, детей 6 косарей максимум попадал. Да, он больше хочет сейчас чешку просадить меня, да? Не просадить, вообще-то, ни разу. Просто пулык дал. Казочник, блядь. На кому бить чешку не надо, пацаны, блядь. А? Кому духа врется, скажет на ДДшного медведя, и все. И шо? Ну и все. Сколько у него? Так он просто скажет и все. Что-то сразу сколько у него. Так, я скажу на вонючего фроста. Ты дамаж давай, блядь, смотришь там эти циферки. Так и толку, я в него бить не могу, блядь. Доты не вешаются, нихуя не вешается. Лужу дал и спамишь в унике, все. Чуть еще ноль. Так доты не даются по нем. Паша, дай массей. Лужу дал, и помню, просто спамишь руники, все. Пусть их дикие дают, ебать, лужу, еще буду ему лужу давать, блядь. Ебать. Все, поднимите сосуны. Ребята, было так спокойно. Чуть-чуть давайте этот, блядь, поубавим, а то башка начинает болеть, когда много. Мы трэш пьем. Или ладно. Да я знаю. Просто, Саша, они у тебя сильно громкие, и все. Ты их подпишешь, делаешь? Да, на 20% снизь громкость и все. На ноль. Ну, в дикее, да, на ноль можно. Ты тебя, короче, Андрюшка, никто не любит до сих пор, да? Так, если не идет нахуй, блядь. А ты уже освободил? Андрюха, тот случай, когда хочет быть такой, типа, ЧСВшным таким быдлом, но у него нихуя не получается. Я добряк. Такого, а ты освободил уже, да? Кого? Ну куда послался? А, нафиг, конечно, блядь. Что-то незаметно. Было бы там что освобождать, блин. А ты знаешь, откуда знаешь? Мне по мне практично. Рассказывал, да? Показывал. Фотку скинул. Детская вот эта хуйня начинает. О, а Паша говорит, что в дике жопе зубы есть. Сбегитесь. Паш, массейт, если есть, отдай. Не убегайте, вперед. Вернитесь обратно, прохиливайте. Он бежит на полторы минутки. Все, нормально. Так, сапроты у Полога. Кто там еще? Женька с Кибиди. Тоже возьми сапроты. FDK возьми тоже сапроты. Блять, Саня, у меня 45 минут фласка ДДшная, блять. Да, ну, смотри, стоп. Можешь бить под ней, я ж не запрещаю, но если ты умрешь, а ты умрешь. Если я умру, я и так умру, честно. А нет. Вы с масла, дайте масло, пожалуйста. Там 70 кальдонов, блядь, мне дрон не сыграет.
Сыграют еще как? Сыграют. Не, я так, буду... теперь, кто здесь не знает, что делать? Вы самите. Ничего страшного, если не знаете. Ну, тоже тут 50-ки, тут три глыбы, да? Да, тут три глыбы. Смотри, будем сбегаться по два человека на первой фазе, именно в каждую глыбу. То есть два человека в квадрат, два крест, один луна, к примеру. Два луна, два квадрат, один крест. То есть любые две метки по два человека в одну, один. Неважно в какие, в одну, главное, чтобы не три человека, и между метками никто не сбежался, это важно. Если видите, что бежит три человека, допустим, в крест, можете один еще левее выбежать. Ну, лучше выбегать еще дальше, чем убейте всех остальных. Теперь после вам Цецу на первую массу сокру отдает, на первые глыбы. Барменталь на вторые отдает массу сокру. Много стаков не набирайте. И до 20% глыбы подбиваем. Также смотрите, чтобы вас не было долго времени соображать, выше первой ступеньки не поднимаетесь. То есть, когда Синдра притянула, вот сюда максимум поднимаетесь. Выше минимум. Дальше. Начинается вторая фаза, все РДФ не куб квадрат становятся, милики трусы. Бьют босса под левой лапкой. Первую метку мы в ромб будем выносить. Мельки чуть правее отойдут. И пойдут потом сразу разбивать ромб. РДшники продолжают бить синдру. Вторую метку мы обязательно должны поставить в трусы. Как мы ставим метку в трусы? Мы ни в коем случае не должны зайти во фрейм босса и должны поставить по центру пуза синдры. Если синдра чуть-чуть сместилась, то, соответственно, трусы тоже чуть смещаются в сторону. Вот, допустим, пузо синдры не здесь стоит, а синдра так стоит. То вы тоже по центру пуза и ни во фрейм не заходите. Вторую метку мы не разбиваем. И там уже буду по ходу говорить. Все. Поставьте шкаф на сумонте тщеславны. Поставил рыбу. СС и эмобой на уфолога. Будрейвен на гея в дикей. Эмо шечлон закинь на ону. Шкаф поставьте. На пул и на Пашу. Паша будет первый танк. Умеешь же Пашу танк? Да. Ну как, давно умел. Сейчас, наверное, тоже умею. Бля, секунду, ну, думал. У Андрюхи помощи просить, что Андрюха поможет, расскажет. Славность, принимай сон. Так, кто уверен в себе, можете удобить под ДДшными фласками. Кто не уверен, выпейте лучше сопрот. И киньте обмен, кому нужен сопрот. Петя, ты под чем будешь? Не, под сопротом. Ну смотри сам. Напомните, пожалуйста, сколько стаков обморожения можно? Ну, 5 плюс 5-6 можешь взять. Там. Если у нахилов мало освобожденок, то можешь 6. Там. В крайнем случае 7. Угу. За 8 уже не уходишь. Все, готовность на пол. Если на меня метка кинется на второй фазе, чуть что, это крикнешь мне в какую сторону, я могу затупить что-то. Постараюсь. Ну, это сложно. Слабав, да, типа, по друиду? Типа, прислабав, просто. Все, иди, Пашка, пуляй, припоты скажу, когда выпить. Все бьют под левой лапкой, вон квадратик. Я квадратик. Можете поднимать. Приготовились припоты пить. Нажали. Под левую лапку. Бомжа расскажешь, когда тебе истерию кидают. Не, ну это уже жестоко падает. На 85% первая притяжка. Три хила с освобожденкой, поэтому следите аккуратно. Андрей, залей на пососуны. Ближе чуть к левой лапе подойдите, чтобы не летели далеко. Будрейвена, терпите. Паша, нажми эсбаун, там кто-то не убегает. Не, нормально. Все, на первую ступеньку, выше не надо. Ждем метки. Фридом, дайте, пожалуйста, паладин. По два человека. Все остальные наверх поднялись. Хорошо. Саня, аккуратно. Куда там падает, кто видит? Вправо, близко. До 20,
до 20% метки, учитесь не ловить их. Слева, почти за глыбой сразу, центральную не разбейте, левую РДДшники подбейте. Правую тоже не разбейте. Левую тоже не разбейте. Разбиваем. Правые РДДшники. Куда побежали сразу? Битесь и не разбили метки. Долго. Значит. Как? Давай. За ДПСом побежали, блядь. Да. У меня еще своя, сейчас, 3 секунды, Вадим. Можешь закидывать. Через 9 секунд притяжка, смотрите, ближе будьте. Бежали. Барменталь, ты сейчас сейф отдаешь, не забудь. На глыбы. Так, Чеслав на стинер по Сацуне, Маша по себе. Фридом, пожалуйста. По 2 человека. Спустились, Барменталь, не забудь масса их нажать. Маша, аккуратно. За левой глыбой падает. Давай чуть-чуть лучше метки подобьем. Только не разбейте. Аккуратно. Куда там падает? За правой. Все слева спрятали. Центральные метки больше только виписа. Идите правое добить. Разбивайте, разбивайте. Часть людей вправо идите бейте. Хорошо, молодцы, более-менее. Кто-то ливнул? Да. Нет. Септембр. Сука. Кто ливнул? Септембр. Септембр. Поиск есть. Пизда будет, походу. Да не, нормально. В третьей фазе расскажешь, Санечка. Скоро будет притяжка, убежали. Вроде все убегают. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Так, до 38% максимум подбиваем, дальше стопаем. Что будет? Да, я слышу. После глыб, короче, релоуд пропишите, когда глыбы типа разобьют. А, уже фаза вторая, пизда. Да у меня ничего не багнулось. Не надо. Этот, Кусяо, иннер по Сацуне. Фридом. Не лежь. Фридом сейчас заморожу. Подвать. Далеко падает. Барменталь, на тебе будет фридом закидывать по Ягеев Дикей. Ну уже не понадобится. Ну как это? Хотя понадобится. Надо закинуть. Я закину после выбора сразу. Орион, послабже. Где там падает, не вижу. Чуть не получил. Разбивайте, РДшники остаются в квадрате. Все, РДшники, вставайте в квадрате. Первая метка ромбик, если что. Есть истерия. Давай, давай, я мобой побежал ромбик. Милики, пошли разбили ромбик. Следите за стаками своими, именно освобожденные стаки. Следующую глыбу до 20%, не разбивайте. Легалайз, трусы и зубы по нему. А мне зеленка не надо. Нормально. Кто там сдох? У меня ДБМ полностью забагнулся. Дайте БР тому человеку. Он хил бы теперь отружился. Отбежали, 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 не добейте, главное.
Будрейвен в ромбик. В топ 2 урон. Андрюх, могу уже поменять. По ромбику поиграйте, РДДшники, пока. Пацаня, убегайте, говорите быстрее. Ромбик не разбейте. Разбивайте ромбик. И Геру давайте. Суны в ромбике оставайся. Мелики убежали с ромбика. Войт, нажми гимн на хп. Геру дайте. Следующие трусы и будет смассейф от Барминделя. Войт в трусы, Барминдаль массейф. Шака, нажми гимн на хп. Разбивайте трусы. Меня заморозило, я его не увидел. Ничего, разбивайте две глыбы сразу, вообще играйте по ним. Следующую в ромбик. Скибиди ромбик, Джейн. От ромбика отбегите. Дайте бэрф. Следующую в трусы, в трусах не разбивайте. 5 секунд, подождите, не разбивайте. 3 секунды. Шака, в трусы. Выпадешь айсбаунд, нажми. И про шаку захильте. Блять. Кто выжил, добиваете. А, добиваете. Ну танки живые, хилы живут. Андрюха, еще поживешь? Да, ну. Глыбу разведите, разведите глыбу. Все, иду менять. Разбейте. Трусы там следующие. Трусы не бери. Так вот дохуя. Разбивайте. Блять. Вот уже проебался. Ну, не минус. Не тебе, а за что ты минус? Тайминги. Да я проебал. Я зеленка есть. Да нет, ты не проебался. Минус, я сейчас скажу кому. Вот этому человеку, который ливнул с рейда. Да. Я вообще, честно, ни хера не веду. Пробуем играть по Синдре до конца. Сейчас будет обжигающий холод уже. Тут меня нахуй добьем. Андрюх, я поменял. Народ, меньше стаков набирайте. Все хилы с Да вы ёбнулись, ребята, я не понимаю, вы на второй фазе на по 8 стаков набираете, у вас по 2% хп, у нас каждую глыбу хил, и типа, кто знает, вы там все на 5% живете. Ну я в защиту скажу всех остальных, типа не у тех, которые набирают стаки, а именно силов, то бишь что-то, лично у меня все фреймы нахуй багнулись, просто да ничего, ну, типа, я вообще все забагалось. У меня багнулся. Это Наоми, да, Септембер? Да, Наоми. Наоми. Блять, мы 2% не добили, надо было выносить метку куда-нибудь в пизду. Я просто уже запаниковал. Дай мне минус тоже. Нет. Да. Да нет, серьезно. Я еще раз скажу, я не пытаюсь себя дефать, но типа я когда тупо давать минуса всем. Ну типа, короче, виноват вот этот хан в первую очередь. Хилили, все нормально, типа, не знаю, какая херня произошла. Да я тайминг. Херня произошла из-за того, что она сначала притянула, а потом заморозила глыбу. Вот в этом херня произошла, из-за этого пол рейда умерла. Из-за того, что глыба была в синдре, настакались стаки. Меня убило там 2 или 3 дебафа, это обморожение. Ну так вы, подожди, Стреля, ты на второй фазе, допустим, постоянно в освобожденке набрал много стаков. Скажи, чтобы тебя защитовали или там, не знаю. Я не вижу ничего, что ты делал. Стреля, рассказываю, как хилить. Даешь 2-3 коста, ждешь, пока спадет стак. Только так хилить, по-другому никак не хилить. Да не обязательно, ну, не 3 стака, там, да. Типа, у меня щит 15 стаков выдерживает. Если стаков много набрал, просто скажи, если у меня щит не в КД, я тебе дам. Да пусть учится в ХМке, это пизда будет, если он будет. В ХМке он может просто отбегать и хилить, стоит тоже под стаками. Ну так я ему объясняю, как хилить под стаками. Я знаю, как тут хилить. Просто ДТшники многие набирают там по 8 стаков. У нас 3 хила вас. Это уже их дела. Сейчас кто сдохнет от стаков, тот будет сам виноват, получит минус. Да, сейчас никому, ладно, не будем давать, потому что вообще ни хера не было видно, если честно.
Да, я бы ханту можно. Ну, дай, дай, дай. Септембр. Такой вопрос. Ни у кого нету лукашного сокета на хит 20 метрости. Ой, давай потом. Будет еще нормально. Да, если да, на хит. Дай мне это... один, а то у меня во фрост резисте 245 хита, боюсь, не сануть таунта. А, чем? Ну, этот...